Ну вот, ребята, мы и управились с грибами. Притащил, сколько я, ведро груздей и масолят маленько. Масолята у меня уже варятся. Сейчас я в них пульну маленькую ложку лимонной кислоты и соли набабахаю. И пусть они варятся. Вот они. Он грязненький, я его сейчас подберу, вытащу, подмою, пропустил. Шампиньон попался, подосиновик попался. Остальные маслята, и тут, по-моему, один подберезовый где-то был, два, может быть, от силы. И все, сейчас я вскипячу, перекипячу, потом еще раз отварю и в банке, и все дела. Чесночку, перчику. И все. Вот такие дела. У нас дождище хлещет. Погоды нет, вот мой погодный. Каждая погода благодать. Вот, груздочки помыты, побриты все. Теперь мы их вымочим дня три. И я их буду солить без варки. Холодное соление сделаю. Покажу как. Ну вот, друзья, и пришло время грузди солить. Они вымочились 3 дня. Сейчас я их буду солить. Вот соль щепу отберу, посыпал чуть-чуть и сверху грузди. Вот так накидал их, потом беру сюда лаврушку, кидаю 2 штучки. У меня тут есть, пожалуйста, вот чеснок. Сейчас я чесночок раздавлю. Раз. Вот так вот. Не хочет, выпрыгивает. Чеснок свежий, хороший. Сюда его раскидаем равномерно, мал-мал. Добавим сюда смородинки. На родинке вот так положу. Посыплю немножко укропчиком. Много не буду. Кину мал-мал. Гвоздичка. Так? А, нет, не так. Еще мало. Сейчас еще вот этого накидаю. Это хрен. Вот так вот его хрену туда. Так. Опять посолим. Если пересолю, ничего страшного. Вымочим. Делов-то. Опять пирог ложим. А какой здоровый был. Желательно вот этими вверх. Так, это убираю, опять грибочки. Беру чесночочек. Опять ножичком его. Раз вот так вот. Прижал. Пошинковал. Аж слюни текут. Уже охота. Накидал смородинки вместе с кисточкой, вот с этой кисточкой. О, 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 палками этими они еще лучше будут. Так, что не положил,
Что забыл? Забыл опять укропчику накидать. Так. О! Всегда забыл. Совсем забыл. Перец же еще есть черный. Горошек. Черный горошек. Накидал его туда. Мне не жалко. Что еще тут есть? Лаврушки. Бросим еще пару штук сверху. Так. А, хрену забыли положить. Добавим. Хрену. Положим чуток. Так вот. И посолить надо, да? Ну, давай посолим. А тот, наверное, не посолил. Вот, черт, закатай вату. Забыл. Ну, ничего. Или посолил. Да, ничего страшного. Пойдет. Так. И остатки высыпаю. Вот и все. Вся моя засолка. Я их не варил. Ничего, это будет вкуснее грибы. Это будут вкусные грибочки мои. Вот. С тайги привез. Смородина. Вкусно пахнет. Чесночину. Беру и опять то же самое. Бах. Эх. Хорошо, когда с чесночком. Вот так. По краям раскидаем. Ну-ка, перевернулся быстро. И этот перевернулся, и этот. Этот лысый. А ты что, не перевороченный? Вот так. О. Все. Вот так. Хрен. Пух. Укропчику. Бух. Все. Вроде все положил. Еще чесноку бахнуть одну. Хуже не будет. Я думаю, нормально будет. Вообще будет сила. Вот и все дело. Вот и все дело. Солим. Ну, я думаю, больше не надо. Нормально все будет. Перчику сейчас еще добавлю. Вылазь. Вот и все. Ничего не считаю. Сколько выпало, столько и выпало. Все. Вроде все. Чашечку. Пух. Все. Набираешь 3-литровую банку воды. Поставил. И алявулю. Держи, лови. Сюда иди. Вот тут садись. О. Все. Приятного аппетита. И ждем. Вот и все. Всем пока. Вот так я засолил грибочки. Из бочки. Из лесочки. Из лесочков. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем здоровья. До свидания. Не выключается у меня.